Бесплатная медпомощь от лучших врачей столицы. В Армении стартовала программа «100 лет рядом с народом». Она приурочена к вековому юбилею Ереванского медицинского университета. Инициаторы три клиники города подробнее расскажет Варт Макартычян. Каждый день сотни звонков. Нелли Манукян как связист. От телефона не отходит уже неделю. На прием к лучшим врачам столицы заявки поступают из всех областей Армении. Я записываю пациента на прием, назначаю день, час и врача. Приходить нужно с паспортом, соцкартой, и если есть недавно проведенное обследование, желательно иметь результаты при себе. Геворг записался на прием неделю назад. Приехал из далекого Мартуни. Жаловался на затрудненное дыхание. Диагноз – искривление носовой перегородки. Нужна операция. Ее по программе сделают со скидкой 50%. Дальнейшее его действие, он идет в приемное отделение нашей клиники, записывается, ставят его на учет. Он может выбрать и врача, и клинику, те клиники, которые вовлечены вот в эту акцию. Лоры, хирурги, кардиологи, аллергологи, ревматологи. В программе почти два десятка узкопрофильных специалистов. Пока принимают только в Ереване, но в планах организаторов и выездные консультации для тех, кто не может приехать в столицу. Программа приурочена в основном к последствиям такого тяжелого заболевания, как ковид, которое, несомненно, оставляет определенные проблемы со здоровьем. Если к этому еще и добавить, что в течение ковида у нас фактически доступность медицинской помощи была определенно ограничена, нужно понимать, что такие программы, они нацелены в основном сегодня на увеличение доступности. Программа рассчитана на 100 дней. За это время квалифицированную помощь получат тысячи жителей, а первые 100 пациентов – направление на льготные операции. Варт Макарчян, Ванес Калджан, Мир 24. Программа по бесплатной помощи продлится в Ереване до середины июня. За первую неделю прошли уже 150 консультаций, даны 27 направлений на операции.